Бронзовый призер Олимпийских игр наш земляк Владимир Никитин избран председателем правления Федерации бокса Республики Коми. Должность президента, которую ранее занимал Михаил Бауров, упразднена. Среди приоритетов в деятельности Федерации Владимир Никитин назвал развитие детско-юношеского спорта, повышение квалификации тренеров и привлечение дополнительных источников финансирования. Привлечение генеральных спонсоров, которые будут помогать нашим ребятам финансово, также проведение сборов по всем возрастам, чтобы ребята тренировались, приезжали на всероссийские турниры уже подготовленными. В этом будем направлении в первую очередь двигаться. Выезды на турниры, включенные в ежегодный календарный план, финансируются в полном объеме. Однако на другие статусные соревнования в России юным спортсменам из Коми зачастую не попасть. Однако участие именно в них серьезно повышает уровень спортсменов и престиж республики. У нас сейчас на данный момент есть наши друзья, меценаты, которые, так скажем, живут не в республике Коми, находятся в других городах России, это Москва, Санкт-Петербург. И как бы мы хотим показать, что почему кто-то извне, ну, может финансировать, софинансировать, так сказать, наших ребят. А наша бизнес-элита как бы не очень охотно идет на эти шаги, поэтому... С этим будем разбираться планомерно. Главное, что Владимир у нас сейчас избран новым председателем. Вот, будем работать. Сейчас решается вопрос о проведении в Сыктывкаре первенства Северо-Западного федерального округа среди юношей 14-15 лет. Турнир при поддержке Минспорта Коми планируют на апрель.